Первый в Дагестане детский консультативно-диагностический центр открылся в Махачкале. Запустили его на базе детской республиканской клинической больницы. В помещении, где ранее располагалась поликлиника, проведен ремонт в рамках национального проекта здравоохранения. По данным Минздрава, теперь сократится время обследования детей. Кроме того, в ближайшее время здесь появится по 2 компьютерных и магнитно-резонансных томографа. В настоящее время готовится помещение и для их установки. Довольный пациент. Следовательно, дальше следующие, там, не дай бог, там соседи, кому такая помощь необходима, они говорят, да, ДРКБ, там квалифицированный персонал, там условия соответствующие созданы, там аппаратура имеется для диагностики. Это же важно, это важно. Вот видите, вот цепочка какая выстраивается. И поэтому, если имеются проблемные вопросы, их надо озвучивать, нам самим говорить, нам самим работать. В любом случае, кроме нас, никто это не делает. Года есть 3 последних.